Ну что это за карта вообще? Что это за бред? А, все, я понял, что это за карта. Нормально. Сейчас поотрываю лица с хэндкэноном. Кошмар, какая мудовая песня, просто не знаю, со школы ее ненавидел. Так. Что-то чуваки на какие-то гранаты нарвались, похоже. Блять, и я тоже на них наступил. Прозвучала песня Энтина и Галатова, гость из фильма «Гости из будущего», «Прекрасное далеко», солист Георгий Ощепков. Что-то сегодня прям как-то с управлением еще беда у меня. О, чаруши, это норм. Так. Надо еще 9 накилять. Еще 8. Блин. Что-то жесткое у меня залетело. Буквально с двух патронов развалил меня. Ну я так типа, одинокий волк, пока кидраул, он самый потный, пока он овнит и рифты заносит. Я одинокий волк и все такое. Блин, чуваки прям туда побежали. Куда он делся? Здорово. Вот это меня бесит, то что есть здесь дисбалансные шмотки, которые там типа после килла дополнительные броню дают. Потом еще говорят о какой-то уравниловке, люди, которые в это играют. PvP. Конечно. Убей такого парня, блядь. Опять началось. Опять полоса пососа. Да что такое еще? Гранаты какие-то ублюдские. Так, башку я ему отстрелил. Ну хоть ассист получилось сделать. Давайте, давайте, фиксер. Фиксер, я верю в тебя, когда мы с тобой... Когда мы с тобой, весь мир подождет. Только ты и я, парень. Так, ну сюда вряд ли кто-то будет заходить теперь. Твою мать. Вот что это за херня? Вот что с этим человеком? Он просто неубиваемый, блядь, какой-то. Не понимаю. Постоянно какая-то синяя броня у него просто бегает и пиздит всех. Я тоже так хочу. Хуесос какой-то. Да, и вот, по-моему, как раз и прилетел тот шторм Коллера, о котором я рассказывал, который, типа, блин, читерский класс. По-моему, это он и был. Да почему я ультую, когда всегда убивают? Ублюдков. Ну ладно, хоть одного убил, и то хорошо.
Ох, Эвиама подъехала. Ай-яй-яй. Че, не осталось, что ли, ни хрена? Ну как так-то? Давайте, чуваки, лезьте. Я чувствую себя одиноким в этой игре, я не знаю, почему-то. Если я вижу кого-то, то его либо сразу убивают, либо меня убивает какой-нибудь супер чувак с дробовиком. Так, 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 так. Блять, на ульте, конечно. Но даже если бы я ударил ножом, это бы ничего не изменило, вряд ли, даже если бы я успел переключиться на дробовик. Лучше бы было все без вырабатывания, я на последнем месте. Но я, честно говоря, даже в последнее время и врагов-то не вижу. Ой. Не это планировалось, но понимаете. Возьмем обратно. Хэндкэн все-таки дело привычки. На том уровне подбора, на котором нам с компаса кидают с мида, еще можно поразваливать. Но здесь надо учиться. Это всегда грустно. Здесь есть проход? Бля, нет. Проход был там. Но не это матч мечты, короче. Не это матч мечты. Следующий, следующим сделаю 10 киллов, отвечаю. Вообще просто, даже просто я выйти не могу нигде, меня везде ваншоты. Ну, отстойно. Шести киллов всего не хватило до успеха. Но ничего, ничего. Сейчас будет матч мечты. Блин, вот этот чувак, конечно, потный какой-то. Тут, в принципе, все около 10 сделали. Так что в таком матче не стыдно. Десятку было бы набить, если бы у меня получилось. Ничего, как это... Не, мне кажется, все-таки режим не мой. Надо скримиш играть. Сейчас последний раз сыграю этот сраный рифт. Че там происходит, пацаны? Новый Кармагеддон вышел только на консоль. Ой, не знаю, чувак, если тебя волнует Кармагеддон, я лучше забаню тебя. Надо еще пару человек забанить, так как игра не получается. Настроение испортилось сразу. Рандомных просто забаним. Пишите потом iReady, возможно, он разбанит вас. Нет, Friendly Fire тут нет. Тут можно самого себя убить ракетой или гранатой. Но я тебя тоже забаню. Не знаю, просто так. Просто, блять, вообще настроение испортилось. Сраная игра для ретардов. What
reckon. I'm Chris Lau. I'm the other one. Блин, надо еще одного за... А, я всех уже забанил. Вот это говно бы взять. Я бы мог тогда за Ганслингера играть, чтобы у него рекавери побольше было. Но это еще не скоро произойдет. Блин, я помню, как клип Блонди, который в конце 90-х вышел, там эта чувиха, она стала такой расплывшейся старухой, даже хуже, чем Алла Пугачева, наверное. Не ко сну будет сказано. Было обидно смотреть. И больно одновременно. И песня тоже была говном. Так, все, матч мечты, 10 киллов. Трапом 18 выбивал на стриме, я не понимаю, я не понимаю, почему я не делаю. Спасибо. Так, все, полная концентрация. А где... Стоп, а когда я кинул гранату? Пипец, у меня... Почему у меня на обоих умениях перезарядка была, когда я успел ножом ударить? Я не понимаю, что происходит. Я перестал понимать эту игру. Замечательно. Это будет тяжелый матч. Я уже чувствую, я просто не хочу в него играть. Еще одно животное подписалось. Хочу работать. Ну так иди, дружище. Зачем сидишь дома-то? По субботам самое оно работать у нас один был. Товарищ, который ушел сегодня на работку. Тут можно обойти как-то? Охуенно. Против кого мы вообще попали? Что происходит? Что, блядь, происходит в этой игре? Я не хотел играть на чемпионате мира по Destiny, блядь, против каких-то суперпотных ущербов. Что за говно? Посмотрите, 5965. Я не знаю, даже попасть ни в кого не могу. Нет, стопудово, все-таки я раньше говнил систему подбора, когда у нас там было по одному
по первому уровню, и нас компасы кидало против каких-то уёбков, которые нас раскатывали. Но там хотя бы это был стрим-снайп. Всё-таки здесь есть система подбора, которая работает. То есть я отвечаю, когда я играл с трапом и компасом, ну кидали не против таких игроков, это очевидно. Это просто пиздец. Я даже, ну, не то, что ничего сделать не могу, мне просто... Я даже не живу в этой игре. Хочется плакать. Найс, найс. Ну, хоть килл будет, это хорошо. Давай, чувак. Я посижу, пожалуй, охлажусь под этим водопадиком. Блять. Я просто не знаю, я ультую, короче, там чувак тоже ульту включает, убивает сразу. Небось, типа, настолько потный, что по слуху определяет, когда там ульты включаются и так далее. Уебанство. Смотрите. Мне кажется, у них есть мышки и клавиатура. Я другого не могу просто найти объяснение тому, что происходит. Надо все-таки брать этот ксим. Сейчас не в откате было говнище. Интересно, добежит он до рифта или нет. Я буду чувствовать себя причастным. Да. Добежал. Что происходит? У нас какой-то чувак, ну, типа Найтсталкер, насколько я понимаю, он с этих стрел привязывает как-то соперников. Ну, кстати, блять, команда-то на первое место умудрилась выйти. Так, там... Все, Кидрауль погиб, значит, шансов никаких нет. Хотя наши снова подобрали. Рифт. Этот сраный. Ну ладно, хотя бы красивый килл получился. Против нубов-то намного проще играть. Там, типа, ты постоянно вот так вот катаешься, убиваешь, но здесь даже выйти не дают на оперативный простор. Да хоть на какой-нибудь простор ты постоянно дохнешь. На самом деле здорово то, что побеждаем.
Но мечта о 10 киллах остается мечтой, но не в этом матче явно. Тут, блядь. То, что я хоть кого-то убил, уже было хорошо. Твою мать. Сбоку, слева, справа, повсюду. Я еще не так много от Бадаева отставал. Пачка. Блин, карта какая-то мутная до охуения. У них тут вся тусовка, оказывается. Спасибо господину за подписку, спасибо. Хоть бы что пожрать в этом месяце. Но мне пришлось ультового чувака убивать, поэтому, собственно говоря, до остальных мне уже никак не добраться было. Там пипец, сколько пришлось у него всадить удар. Короче, Байреди мне надоел. Пора его забанить. Не знаю. Давно пора было это сделать. 4 килла, здорово, здорово. Надо успеть ливнуть. Ну... Может тут как-то два раза можно нажать, или хрен его знает, просто потому что времени даже ливнуть нет. Я хочу в этот, в обычный режим, где просто надо фигачиться без всяких рифтов. Этот слишком сложный для меня. Это обычный, по-моему, клэш. Хотя, блин, нет, стоп, это неинтересно. Стоп, 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 нет, 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 я передумал еще раз. Рифт все-таки поинтереснее, в нем идея какая-то есть. Это как Capture the Flag, когда есть все-таки выбор, лучше, наверное, играть... Вот в Doubles... В Doubles мы раскладывали вчера с компаса. Короче, буду играть, пока 10 киллов не сделал. Ну или еще 2 матча максимум. Кому теперь писать, чтобы разбанили, если я Айуреди забанил? Я не знаю, пиши Трапу или Магогу. Вон, видишь, это как интересует Айуреди. Мне просто все это надоело, я хочу уйти от этой тематики. Today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. All I know is that first, you've got to get mad. Ни одной хорошей песни, вот что обидно. То есть настроение и так упало из-за того, что я снова попал в эти потные подборы. Я не знаю, каждый раз, когда играешь с Джонни Лимонато, с этим Кидраулем, постоянно какие-то потные мразотные подборы, в которых у тебя 0.2 КДА.
так еще и песни отстойные. Блин, а могу я как-то? Вообще в нули агилити загнать, а вот армор повысить. Если бы можно было сделать, чтобы агилити вообще на нуле было, это было бы заебись для меня. Я бы пешочком ходил медленно, но зато армор и рекавери на максимум были. Да не рожал ли Are You Ready? Он мне надоел. Я его давно хотел кикнуть, но никак не решался как-то сделать. А тут вдруг подумал, что достаточно просто анмод написать и выкинуть его к чертовой матери. Надо назначить нового главного, чтобы он понял, что незаменимых нет. Кто хочет быть главным на канале? Блять, ну карта. Как здесь вообще 6 на 6 можно играть? Гринец, я отомщу, если он вернется, конечно, но он не вернется. До свидания. До свидания. Enemy runner neutralized. Нет, не убегай. Его даже и не добили, даже ассиста не будет. Тут я даже не знаю, тут мне кажется, короче, нахер хэндкэнон. Побегаю с этим говном. Все равно на последнем месте быть. А, нет, все-таки добили его. Конечно, в итоге. Что у меня за спиной? О, боже. Тейп. Да, и тапок в говне подписался. Забаньте его немедленно. Какого хрена он сюда прибежал? Это те же самые. Что-то не так. Неужели даже... 6 на 6 умудряется вылавливать специально. Или это единственная команда долбоебов, которая ищет сейчас этот режим. Я бы хотел быть, блядь, полезным, хотя бы забегая туда, где этот спарк рождается. Но я не знаю, там все время такое мясо из гранат, что я даже понятия не имею, как туда забежать. Да, они хоть стреляют. Блять, они оба такие каленые. Как же урона не хватило, а? Я даже не понимаю, это наши гранаты или нет. Хер знает. Я еще жив, нет.
С этого сраного моста еще хрен выпрыгнешь. Пипец, они всегда такие каленые, это просто раздражает. Вот у меня вечно нету гранаты или типа того. Ну добей его. Вообще. Пиздец. Да, они занесли, походу, да? Твою мать, у меня же бэкстап есть. Спасибо за матрушку, хуесоски. Неужели все-таки проиграем опять этим ублюдкам? Чувак просто идет, кидает огненный молот, он вообще до пизды на все. Вся надежда, что кедрауль занесет. Так, 70 метров, да? Кэвиам. Не, блять, даже ультануть не успевает. Такой урон безумный у всех. Это мне надо, блин, 8 раз в голову попасть, чтобы убить кого-то. Чувакам достаточно просто хуйнуть меня еще вот. Секунду умираю. Они даже как будто префайерами что ли стреляют. Вот сейчас чувак, ну просто я конечно понимаю, что типа на радаре видно, но блин. Я например смотрел на радар, я понятия не имел, насколько он далеко. Какое говно. Может мне просто без компаса тяжело. И вот упорылые подъебы меня радуют. И лучше получается. У нас же два человека только что тут стоял. Я думаю, блять, мы стоим просто втроем в ряд, а тут уже мужик с дробовиком. Ну вообще срань какая-то. Чуваки, ну не видно, что я в плохом настроении. Не подписывайтесь сейчас, плес. Раздражает ужасно. Не подписывайтесь, когда я такой. Даже Тайгер не поможет, наверное. Это еще и говно какое-то, а не Тайгер. В принципе, на самом деле, тут, блядь,
такая ситуация, то что в нашей команде, хоть люди там и поопытнее играют, но у всех примерно по косарю очков, и только у Кидрауля 400. Ну это же совсем пиздец какой-то, эти уж слишком трудные соперники, то есть, ну бля, я не знаю, как против них играть. Пиздец какой-то. Они просто прогоняют приспауны без конца. Почему подбор такой безжалостный? Из-за чего? У меня просто уже всякое настроение пропадает играть в эту игру на стриме, потому что без стримов все время нормально все. Но на стриме просто невозможно играть. То ли из-за стрим-снайперов, то ли из-за того, что, блядь, я беру в свою команду каких-то потных чуваков, под которых подбирают такую жесть. Ладно, завтра 15-часовой стрим, там видно будет. Там уже будет милый сердцу компасы. Попробую заново найти. Может, других подкинет. Не этих убьют. Какой пари, блядь, с Гитманом? Ты че, еблан, что ли? Что непонятно, блядь, во фразе «я буду играть только в Destiny всегда теперь». Не, про геймерские соски еще не привезли. Вот, жду сижу. Очевидно, что только их и не хватает. Не, ну стопудово, если другие соперники, то сейчас сделаю 10 киллов. У меня гимн начал за окном играть. Сегодня праздник, что ли, какой-то? Почему мало народу? Ну, по-моему, очевидно, на экран посмотри. Чем меньше будет в конечном итоге, тем лучше. То есть я думаю, что к концу года будет по 200-300 человек приходить. Блин, чувак не понял, что подписываться не стоит, как и ответ. Сразу забанил тебя. Да, в начале в КД умение в этом режиме, что ли, всегда. Вот это поворот. Oh, no.
Не, в пизду. Херню я какую-то придумал. Или, а, это, наверное, из-за переключения, из-за того, что я, да, из-за того, что я переключал классы во время загрузки, я даже не знал об этом. Ну, а теперь другой тип матча, когда я даже соперников не вижу, потому что они все время мертвые. Не, я не знаю, короче, это явно не для меня. Надо будет, что ли, ливнуть и одному поиграть. Хотя я уверен, что сейчас, типа, я даже не смогу нормально подобрать противников. Потому что все равно меня снайпить будут уебки всякие. Блять, ну вот это мигает, это в том проходе или чё? Бэкстап не сработал. Ну, посмотрите на пидорасов. Они как бы... Ну, это стрим-снайпер. Просто так, убив обычного человека, никто не встает танцевать. Это долбоебизм. Я буду играть, пока не сделаю 10 киллов. Плевать подбор на всю остальную херню. Главное, вера в себя. Блин, я помню, я один раз туда спустился, больше не хочется. Здоровский матч. Здоровский. Еще мне обидно то, что мне ни разу вообще не падал никакой авторайфл. Я так и не смог поиграть в Destiny с автоматом ни разу. У меня вообще, кроме синих автоматов с нулевым импактом, ни один ни разу не упал. Я так всегда завидую людям, которые с автоматами бегают. Мне кажется, они какие-то боги средневековые. Надеюсь, хоть лето море чувствует себя так же хуёво, как я, играю здесь. Давайте забаним еще одного человека. Пусть это будет хардовер. Блин, и короче еще одного. Вот этого, блядь. И вот этого. И вот этого человека. Все, теперь хорошо. Блин, нет, еще парочка банок. Блин, не знаю. Уже некого банить. У меня просто весь чат месседж делитед. Я просто не могу найти человека, которого еще можно забанить хоть одного. Так, вот кто-то написал. Нет, этого жалко. И этого не хочу. Пусть живут.
Блин, обидно еще, что всю статистику себе заговнил за последнюю неделю. Надо еще подумать, кого завтра с компаса взять, чтобы 3 на 3 катать. Все-таки Лимонейт и Бадаева. И... Ну, хотя Бадаева наверняка у него, блин. Если тут есть реально какой-то рейтинг скрытый, по которому соперников подбирают, то наверняка Бадаев на дне будет. Но, anyway, лучше брать, наверное, тогда фиксера какого-нибудь для надежности. У него и лайта меньше. Бля, я, кстати, забываю все время 3 of coins жрать, нахрена я их покупал-то. Блять. Неужели его еще и не добьют? Да что ж такое-то? Мало того, что постоянно, блин, не хватает одной тычки, так еще постоянно эти чуваки выживают. Ощущение, что мне вот буквально реально не хватает единички какого-то урона. Блять, ну опять. Ну добей его, вот, лимонад. Хорошо. Постоянно выхожу, их двое, блять. Трое. Может, гранаты. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Все бахает. Так, он наверху. Надо было раньше прожимать. Кого они хоть хуячат? Бля, я хочу взять эту хуйню. А то Разулю взял, но меня разъебало. Дефайте меня, блядь, заебали. Найс, найс. Теперь ведите меня. Давайте, верные псы. Бля, я пошел за самым уёбком. Найс, найс. Хоть очечков подвезут. Но я, кстати, в этом матче опять не вижу противников практически.
Я опять хочу эту дресню взять, хули. Кто-то спиздил. Ну не знаю, этот матч был какой-то унылый опять, потому что мои всех убили. Тут типа два типа, либо мои всех убивают, либо мои сосут член, а я сосу член самый длинный и невкусный. ФПС падает, ну полагаю, че, наверное, Twitch опять или типа того. Эй, я троих убил, зачем они врут? Только кот меня радует, который приходит периодически. Ну, короче, мечта о 10 киллах, она останется мечтой сегодня. Но ничего, приходите завтра. Смотрите на ютубе в последний раз там. По-моему, был матч под двадцатничек, хуярили. Завтра приходите, завтра с конпасса покажем, как играть на нормальном подборе. Я все-таки, не знаю, я все равно жду Ксюху, поэтому не выключаю стрим, когда она там приедет. Не знаю, но пока она не приедет, я буду страдать. И банить одного человека за каждый матч. Например, вот этого. Кидрауль слишком имбовый. Ну, наверное, с Ксимом играет. Я не знаю, это из-за него. Типа такой подбор или нет. Ну, ты ливнул уже, я понял. Надо другого позвать. Давай, Угринец, настало твое время. А, это ретард. Я тогда в рабатах... Нет, не в рабатах тоже. Или сейчас просто нельзя никого инвайтнуть. Поиск, видимо, нельзя. Короче, возьму Угринца. Он так плохо играл в фифу, что он наверняка займет мое последнее место. И мне будет приятно, что я не самый крайний. Спасибо, Анивай Денис, за игру. Блин, я кота... Тьфу, кота погладил. Тьфу, блядь. Кота погладил, а потом зачем-то нос почесал. Никогда так не делайте. У меня теперь во рту шерсть кота, в носу шерсть кота. Везде шерсть кота. Как можно устать от Destiny, Денис? Мне кажется, ты врешь сам себе. Может цвет сменить. Желто-синий. Во. Не знаю, мне кажется, этот цвет удачи. Есть в нем что-то украинское. Здорово, Вилав Гейм, здорово. Не знаю, зачем ты все еще тут. Я ведь тебя даже не люблю, как и всех сегодня. Дурацкая игра испортила мне настроение.
Но я не знаю, даже несмотря на все эти превозмогания, боль и унижение, в нее хочется играть. Это лучшее, во что я играл за последние 10, возможно, 15 лет. Может быть, даже 25. Я вчера слушал саундтреки вечером игр, которые я играл в детстве, которые мне нравились. Max Payne, потом из Call of Duty Modern Warfare 2 саундтрек послушал, еще из каких-то игр. Все они такие эпичные, я вспоминал все те моменты. Мне даже захотелось некоторые эти игры перепройти, но потом я вспомнил, что из Destiny плюнул на все это дерьмо. Пердешь роботов. Я не знаю, трек какой-то про аниме опять. Мне норм, пердёж норм. Если бы какая-нибудь сексуальная женщина подошла ко мне и сказала, что напердит мне на лицо, я бы не стал спорить. Чего не любишь, что изменилось за эти две недели? Я не знаю, в расставании иногда, знаешь, наоборот. Вот когда кто-то уезжает, ты либо наоборот начинаешь скучать и понимаешь, что всю жизнь любил этого человека, либо наоборот понимаешь, что тебе лучше без него. И вот у меня именно тот случай с тобой. Прости. Блять, как я так кидаю это говно. Им надо разного цвета гранаты сделать, чтобы хотя бы можно было понимать красные, типа вражеские. Блин, надо, короче, одинокого волка режим включать. Но как включить, когда опять все соперники опять убиты? Кто-то говорил про пердёж роботов. Вот истинный пердёж роботов, чувак. Блять, тут стена. Да, не здорово. Нет, 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 перезаряжайся, блядь. Так, еще 8. Я вспоминаю, мне кажется. Хотя нет, этот матч вряд ли. Тут, наверное, быстро закончится все это. А может и нет. Удалось еще и сдриснуть. Блять, там так много, надо было продолжать стрелять на. Я чуть не ожидал, что там 3 человека будет, 2. Так, ну они стопят нашего раннера всегда, может это и к лучшему. Типа, матч подольше продлится. Тут вроде и поубивать можно. Давайте, давайте, на домашних. Бля.